Сейчас здесь находится чуть более 40 воспитанников, попавших в трудную жизненную ситуацию. С ними ведут работу психологи и педагоги, всеми силами стараясь сделать пребывание ярким и интересным. И хотя новогодние каникулы завершены, время подарков еще нет. Центр для несовершеннолетних стал уже третьим по счету центром, куда пасечники от чистого сердца привозят мед. Добрую, вкусную, а главное полезную акцию сделают традиционной. Дети радуются. Каждый ребенок любит сладости, ну а мед – это еще и полезные сладости, поэтому я надеюсь, что такая традиция будет у нас продолжаться. И планируем мы, ну, реально где-то минимум 1,5 килограмма на ребенка в будущем, чтобы каждый год поступал мед.